кучу удлинителей и провести электричество из ближайшего кафе к себе домой. Подключил один конец в кафе, протянул провод через улицу, через лес, через Саратов, через лифт и принес другой конец домой. Подключил комп, все заработало. Отлично. Я подключил кучу других приборов, даже те, которыми никогда не пользовался прежде. А главное, что я не заплачу за это ни копейки. Прошло 5 часов. Я прекрасно проводил время. Как вдруг все вновь отключилось. Я собирался пойти жаловаться в кафе. Но из кафе пришли жаловаться на меня и заставили оплатить штраф. Все, я перехожу в режим жесточайшей экономии. Я вынул батарейки из всех приборов, перекрыл воду, газ, соседу, чтоб жизнь медом не казалась. А сам переехал жить к Сереге. Нельзя сказать, что он был в восторге, но меня это не волновало. Сказал, что по правилам этикета он должен разместить меня по высшему классу. В эту ночь я спал на роскошной двуспальной кровати. Серега ютился на коврике в коридоре. На утро я великолепно позавтракал и посмотрел любимую телепередачу. Мне нравилось это, потому что а, это было бесплатно, а б, и вообще не нужно, потому что есть а. Я просил Серегу покупать разные нужные мне вещи: наполнитель для кошачьего лотка, женские туфли и новогодние гирлянды. Все, разумеется, согласно этикету. Так продолжалось несколько недель. Я был рад, что у меня есть такой терпи... друг. Но продолжал... Лайки.